Доброе утро. Добро пожаловать в систему транспортного сообщения. Этот автоматизированный поезд предназначен для обслуживания служащих и гостей нашего научно-исследовательского комплекса. Время 8 часов 42 минуты. Текущая температура 91 градус по Фаренгейту. Несмотря на ожидаемую погоду, температура 105 градусов, территория исследовательского комплекса температура постоянно поддерживается на уровне 64 градуса по Фаренгейту. Этот поезд прибывает из 8-й зоны на центральную станцию системы сообщения в 9-й зоне. Не высовываться из окон поезда. Не пытайтесь открывать двери, пока поезд не остановится на платформе станции. В случае возникновения аварийной ситуации пассажиры должны оставаться на своих местах и ждать дальнейших указаний. В случае необходимости покинуть поезд, пассажиры будут эвакуированы в первую очередь. Просим вас не приближаться к рельсам, находящимся под напряжением, и направиться на аварийную станцию до прибытия группы спасателей. Если выбранное вами направление является зоной с усиленной охраной, расположенной вне сектора Си, вы должны сесть в специальный поезд на центральной станции сообщения. Если вы еще не прошли идентификацию системы распознавания сетчатки глаза, вы должны обратиться к персоналу исследовательского комплекса, прежде чем получите доступ к ветке системы транспортного сообщения с усиленной охраной. Если вы хотите перейти на охраняемые линии сектора B или C, вы сможете сделать это еще до того, как доберетесь до центральной станции сообщения, зоны 9, блокпоста охраны. Доступ к охраняемой ветке системы транспортного сообщения имеют только служащие исследовательского комплекса и гости, получившие соответствующее разрешение. Для этого не забывайте постоянно иметь при себе свою идентификационную карточку. Чем это так воняет? Если бы я знал. С таким другом, как ты, дружище. Привет. Похоже, нам предстоит трудный денек. Желаю удачи. Сейчас данный поезд переводится на линию системы транспортного сообщения в секторе Си. Данная зона охраняется службой охраны нашего исследовательского комплекса. Не забывайте постоянно носить при себе свою идентификационную карточку. Сейчас прибывает в зону 3 центр охраны.
Подожди немного, дверь не принимает твою карточку. Я попробую открыть ее с этой стороны. О, хорошо, кажется, получилось. Сегодня с утра у нас одни проблемы. Сбои систем, отключение систем охраны. Еще удивительно, как здесь все еще полностью не вышло из строя. Ты же знаешь, что ты не можешь находиться на посту без формы и табельного оружия. Я не могу получить доступ к моим файлам, я не могу прочитать мою почту, я даже не могу попасть в свой кабинет. Я знаю, сэр. Мы делаем все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Дайте нам немного времени. Время? У меня больше нет времени. Если я не предоставлю отчет администратору в течение следующего часа, то мне может угрожать увольнение. И я позабочусь, чтобы такие проблемы возникли не только у меня. Рад тебя видеть сегодня. Да-да, я знаю проблемы с системой доступа. Надеюсь, ты готов к долгой смене. Разве у тебя сейчас не обеденный перерыв? Сейчас я очень занят. О, только не это. Похоже, у некоторых возникли проблемы с главным лифтом в секторе G. Почему бы тебе не сходить туда и не постараться все исправить? Разве сейчас твое место не на посту? Дела. Ладно. Я знаю, что здесь недавно, но если ты хочешь немного пострелять, то пожалуйста.
Доброе утро, Гордон. Прости, я на посту. Желаю удачи. Почему вы, охранники, всегда нам мешаете? Ты видел это существо? Возможно. Все верно. Да. Должно помочь. Здесь что-то не... Позволь помочь тебе. Окей. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Конечно. Теоретически. Пахнет чем-то горелым, правда? Даже не знаю. Верно. Давай попробуем. Нет! Оу, почти вышло. О, нет. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь идеи, что делать дальше? Ума не приложу. Кто несет ответственность за все это? Не спрашивай меня. Разве у тебя сейчас не обеденный перерыв? Да, сэр. Хотел бы я, чтобы до этого не дошло.